Еще безуминки добавим. Градус безумия немножко повысим. Быстров. Неправда, что Быстров был крепок и суров. Скорее хрупок был он и затылком нездоров. Он мнил себя изгоем, но пойти на криминал не смел, пока лекарств не принимал. Вранье, что сей изгой, истерзанный тоской, решил таки ограбить супермаркет на Тверской. Решить-то он решил, но не ограбил же, учтем. Эксперты разберутся, что почем. Неправда, что была пальба и все дела. Пальба была потом и лишь Быстрова извела. Мечтателем он был и домечтался до беды, а может, начитался ерунды. Другой бы не моргал, а этот маргинал 3 дня топтался в центре, супермаркет выбирал. А выбравший провел дрожащей дланью по губе и гибель стал готовить сам себе. Чтоб вышло без улик, в подвалы он проник, охрану сосчитал, сигнализацию постиг. Он даже куш прикинул, тоже фокусник, смешно, и понял, что не выйдет, не дано. Для вида наш факир, в корзину взяв кефир, к воротам развернулся, но узнал его кассир. За партой с ним сидел, когда-то в классе он 6-м, пришлось потолковать о прожитом. Не гангстер, а беда, судите, господа, ему б кассира в долю, кассу в сумку и айда. А он челом намокшим покивал до встречи, мол, и медленно в Чертаново упрел. Вранье, что скрылся он с деньгами за кордон, он еле заказал себе билет на Лиссабон. И 1 апреля вышел из дому с утра, а найден был 4-го вчера. Что были мы друзья? Опять пример вранья. Иные даже врут, что он и был, как будто я. Нерадостно, конечно, да людей не сокрушить. Мечтать предпочитают, а не жить. Его нашли в реке с отверстием в виске и русско-португальским разговорником в руке. Безумная улыбка на безжизненных устах внушала сожаление, но не страх. О, сколько ложных мук, о, сколько сразу вдруг. Неправда все, неправда все, неправда все вокруг. Тоской стерзан я, лекарство за щеку кладу и медленно в Чертаново бреду. La 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 la